Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Подробная информация на сайте LibriVox.org. Евгений Баратынский. Стихи 1825 года. Эпиграмма. «Что не болтай, а я великий муж. Был воином, носил недаром шпагу. Как секретарь судебную бумагу вам начерню, перебелю. К тому ж я знаю свет, держусь Христа и беса. С ханжой ханжа, с повесою повеса. В одном лице могу вселиться я, представить вам. Хотя под старость века Фадей, мой друг, Фадей, душа моя, представь лицо честного человека». Войной журнальную бесчестит без причины он дарования свои. Не так ли славный вождь и друг Екатерины Орлов еще любил кулачные бои? К. Как много ты в немного дней прожить, прочувствовать успела. В мятежном пламени страстей, как страшно ты перегорела. Раба томительной мечты, в тоске душевной пустоты, чего еще душою хочешь? Как Магдалина плачешь ты, и как русалка ты хохочешь. Простите, спорю не в попад я с вашей музою прелестной, но мне, парни, ни сват, ни брат, совсем не он отец мой крестный, он мне, однако же, знаком. Цитерских истин возвеститель, любезный князь, не спорю в том, был вместе с вами мой учитель. К Дельвигу на другой день после его женитьбы. Ты распрощался с братством шумным, бесстыдных, бешеных, но добрых шалунов, с бесчестством дружеским, веселых их перов и с нашим счастьем вольнодумным. Благовоспитанный, степенный Гименей пристойно заменил проказника Амура и ветреных подруг, и ветреных друзей, и сластолюбца Эпикура. Теперь для двух коварных глаз воздержанным будешь ты, смешным и постоянным. Спасайся, милый, но подчас не позавидуй окаянным. Канетти. Когда Клемена подарила на память это мне кольцо, ее умильное лицо, ее улыбка говорила: «Оно твое, когда-нибудь сама и вся твоей я буду. Лишь ты меня не позабудь, а я тебя не позабуду». И через день я был забыт. Теперь кольцо ее, Анетта, твой вечный друг тебе дарит. Увы, недобрая примета тебя, быть может, поразит, но не способен я к измене. Носи его и не тужи, а в оправдание Клемени ее обеты мне сдержи. Надпись. Взгляни на лик холодный сей, взгляни, в нем жизни нет, но как на нем былых страстей еще заметен след. Так ярый ток оледенев над бездною висит, утратив прежний грозный рев, храня движение вид. Дорога жизни. В дорогу жизни снаряжая своих сынов, безумцев нас, снов золотых судьба благая дает известный нам запас. Нас быстро годы почтовые с корчмы довозят до корчмы, и с нами теми путевые прогоны жизни платим мы. Д. В. Давыдову. Пока с восторгом я внимаю повествованию славных дел, ношу любовь к родному краю и к песням муз не охладел, пока ценю я честь прямую, забуду ли о счастливом дне, когда десной пожал десную, Давыдов радостному мне. О ты, который в дым сражений полки лихие бурно гнал, и гласом пылких песнопений сердца томил и волновал. Так, так, покуда сердце живо, и трепетать ему не лень, в воспоминании горделиво хранить я буду он и день. Клянусь, Давыдов благородный, в том лирой, Фебу дорогой, и в славный год войны народной, в народе славной бородой. К. Посылая тетрадь стихов. В борьбе с тяжелой судьбой я только пел мои печали, души холодную тоской стихи холодные дышали. Когда б в то время знал я вас, равно страдала бы Тимира душа моя, но во сто раз была бы пламеннее лира. Ожидание. Она придет, к ее устам прижмусь устами я моими, приют укромный будет нам под всеми вязами густыми. Волнением страстным я томим, но близ любезной укротим желаний пылких нетерпенья. Мы ими счастью вредим и сокращаем наслаждение. Л. С. Пушкину. Поверь, мой милый, твой поэт тебе соперник не опасный. Он на закате юных лет, на пламенной заре ты юности прекрасной. Живого чувства полный взгляд, уста цветущие, румяные ланиты, влюбленных песенок сильнее говорят с душой догадливой Хариты. Когда с тобой наедине, порой красавица стихи мои похвалит,
Тебя напрасно опечалит ее внимание ко мне. Ей видеть хочется начальное волненье души неопытной твоей, и счастлива она, когда заметит в ней свидетельство любви, ревнивое мученье. Тебе ль завидовать смешной моей судьбе? Что я приобрел, красавец воспевая? Одно, моим стихом Харита молодая, быть может, выразит любовь свою к тебе. Счастливый баловень Киприды, знай сердце женское, о, знай его верней, и за притворные обиды лишь платы требовать умей. А мне предоставь таить огонь бесплодный, рожденный иногда воззрением красоты, умом оспаривать сердечные мечты и чувства прикрывать улыбкою холодной. А. А. Воейковой. Очарование красоты в тебе не страшно нам, не будешь нас, как солнце ты, к мятежным суетам, от дольней жизни, как луна, манишь за край земной, и при тебе душа полна священной тишиной. Эпиграмма. Певец какой-то на искус представлен был пред Аполлона. «Как пишет он?» — спросил у муз бог беспристрастный Геликона. «Никак не годный он поэт?» «Нельзя сказать. С талантом?» «Нет. Ошибок важных, правда, мало, да пишет он довольно вяло». «Я понял вас. В суде моем не озабочусь я нисколько. Вперед ни словом не о нем. Из списков выключить и только». Песня. Когда взойдет деница золотая, горит эфир, и ото сна встает благоухая цветущий мир, и славит все существование сладость с душой твоей, что в пору ту, скажи, живая радость, тоска ли в ней? Когда, надев цветущих и приветных перед тобой, мелькающих в одеждах разноцветных, глядишь порой, глядишь и пьешь их томных взоров сладость с душой твоей, что в пору ту, скажи, живая радость, тоска ли в ней? Страдаю я, из-за дубравы дальней взойдет заря, мир озарит, души моей печальной не озаря. Будь новый день любимцу счастья в сладость, душе моей противен он, что прежде было в радость, то в муку ей. Что красоты почти всегда лукавый мне долгий взор, обманчив он, знаком с его отравой я с давних пор. Обманчив он, его живая сладость душе моей страшна теперь, что прежде было в радость, то в муку ей. Эпиграмма. И ты поэт, и он поэт, но меж тобой и им различия находят. Твои стихи в печать выходят, его стихи выходят в свет. Так он ленивец, он негодник, он только что поэт, он человек пустой, а ты ябедник, шпион, торгаш и сводник. О, человек ты деловой. Конец стихов 1825 года. Читала Ксению 5, февраль 2015 года.